А, так мы с тобой, получается, сейчас на одной ветке работаем. Какой ветке? Не, на красную теперь. Да, на красную. У меня электрозаводская, но я на площади езжу, потому что там удобнее, короче. Я даже, более того, я даже последние две станции сажусь там, потому что там настолько офигенно. Преображенская площадь, вот, Сокольники и далее там сесть можно утром. А, электрозаводская, нет, там, во-первых, Бамонск перед этим, студенты гребаные, там все площадь. Там эскалатор длиннющий, а на Преображенке там просто там глубокая станция. Ну и две пересадки. Ужасная кольцевая, там Курская, длиннющим переходом, куча медленных людей. Просто это зеленый этот, как его называют, лимузин. Да, зеленый лимузин.